Всем привет! Принесли сегодня компьютер. Проблема у него, он не включается. При нажатии кнопки питания он постоянно пищит. Через некоторое время перезагружается и опять пищит. Так, циклический рестарт и писк постоянный. Так, сейчас продемонстрирую, как это происходит. Подаем питание. Включаем материнскую плату. Вот такое поведение у данной платы. Проверил напряжение памяти. Все напряжения присутствуют, напряжение процессора присутствует, из-за чего такое поведение непонятно. BIOS сбрасывал, не помогает. Сейчас сниму микросхему BIOS, попробуем ее прошить. Сняли микросхему, скачал на сайте последнюю версию BIOS для данной материнской платы, используя вот такой вот программатор. Сейчас перейду к компьютеру, прошью. Для прошивки используется данная вот программка. Запускаем ее от имени администратора обязательно. Считываю название чипа у нас. Читаем чип. Сохраняем прошивку. Родная прошивка. Прошивку сохранили. Далее стираем чип. Стирание завершено. Открываем ранее скачанную прошивочку с официального сайта. Открываем ее, записываем чип. Идет запись чипа. Так, чип записан. Проверяем. Все, проверку прошел. Выход. Далее запаиваем чип на место.
запаяли. Отмываем обязательно флюс. Так, флюс отмыли. Устанавливаем на место батареечку. Подаем питание, включаем, смотрим, что произошло. Что-то изменилось. Материнская плата заработала. Постоянного писка уже нет. Сейчас поставлю видеокарту, проверю, есть ли изображение. Так, установил видеокарту. Пробую включить плату с видеокартой. Все запустилось. Видеокарту пикнуло, что все определилось. Вот все, изображение появилось. Материнская плата стартанула. Работает. Сейчас соберу в компьютер, проверю полностью ее работу. Ну, как видите, проблема оказалась с биосом. Почему так произошло, не знаю. Возможно, хозяева пытались обновить биос и отключили при этом питание, либо не тот биос установлен был. Ну, на этом ремонт данной материнской платы завершен. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Пока.